По словам медиков, отказ от участия в вакцинации грозил им увольнением. Конечно, все прививки сделали. Работу терять никто не хочет. Руководство обязало всех сотрудников организации, независимо от того, в каком отделе они трудятся, принять участие в иммунизации. Я так понимаю, что все медицинские организации обязали проставить до 30 января прививку от коронавируса. Ну, как нам пригрозили, что отстранение от работы, ну и вообще можно искать другую работу. Выбора у меня особо не было. Нам всем сделали анализ на антитела. У нас антител ни у кого там, ну, у кого не было, то есть нам сделали прививки. Нас обязали всех, даже тех, кто сидит в бухгалтерии, они бухгалтера, но они не болели, их обязали тоже. Бухгалтерия, отделы кадров там, то есть такое, все. А между тем, по словам губернатора Магаданской области Сергея Носова, принуждать людей недопустимо и отстранять от работы за отказ делать прививку никто не имеет права. Материал об этом вышел на областном телеканале. Вы издаете приказы. Один из приказов был в том числе по вакцинации. Значит, я прошу вас объяснить мне, что такое отстранение от работы, значит, в случае непрививки. Или в случае невакцинирования медицинских работников. Прививка от ковида включена в календарь прививок, но необходимые нормативные акты для использования этого федерального закона еще не вышли. Поэтому этот раздел или этот параграф приказа, он на данный момент неуместен. Это раз. Значит, я просто хочу отметить, что если соответствующие нормативные документы выйдут, то согласно этого федерального закона, это будет касаться, значит, не только работников здравоохранения, но и работников образования, значит, и других сфер. Но этого пока еще не вышло. Поэтому внесите ясность или исправление свой приказ, значит, не надо зря было, сказать, будоражить людей. Если и вас заставляют делать прививку от коронавируса, звоните нам. Телефон редакции 602-002. Мы расскажем об этом в эфире «Карибу» и обратим внимание контролирующих органов на нарушение ваших прав.